Во-первых, получается, что регламент нарушил действующий глава Конституционной комиссии. Я правильно понимаю? Господин Гройсман. Я думаю, нужно ставить вопрос не только о том, что нарушил регламент, а его компетентности в работе в конституционном поле. Это серьезнейший вопрос. Вопрос к спикеру. У нас не было еще спикера, руководителя Конституционной комиссии. Что касается этого решения, а что, вы не знали, что люди, которые вот, оказались в этой беде с кредитами, ждут от вас решения? Вы же наобещали на митингах. Что, неужели сложно было президенту, парламенту выработать набор инструментов? Я уже договорился сначала о бедных людях, которые пострадали, их еще раз обманут. Просто... Здесь не может быть одного решения. Потому что люди брали кредиты потребительские, под квартиры, под авто. Это разные категории. Абсолютно у них разные субъекты связаны с тем, и законы пострадали. Должны быть решения Национального банка, парламента. Да. Должны быть решения со стороны президента как гаранта прав человека, потом, гаранта закон конституционных про прав. Банкрутство физических усилий. Должен быть пакет коллективных решений, а не один популистский закон.